Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Народный артист Армен Джигарханян вновь открыл свое сердце. История со скандальным разводом актера Армена Джигарханяна подошла к своему логическому завершению. Артист дал свое первое интервью в статусе холостяка и рассказал о серьезных переменах в жизни. Он признался, что спустя 2 месяца после расставания с Виталиной Цымбалюк он расцвел и нашел утешение в новом домашнем любимце. Врачи хорошие следят, чтоб сахар не повышался. И потом, вокруг меня столько людей хороших, и в театре, и в жизни. И кот у меня теперь есть. Я скучаю по нему очень, приводит его слова московский комсомолец. Джигарханян считает, что от него наконец-то отстали демоны. Демоны – это не образ, как многие себе представляют. Это то, что бывает рядом и прикидывается таким добреньким, светлым, милым, подчеркнул он. Однако неприятности у артиста еще не закончились. После того, как он выйдет из пансионата, ему придется заняться решением своих финансовых проблем. Ведь если с жильем вопрос решен, помогли друзья, то на его личных счетах не осталось ни копейки. Заработанные трудом деньги переехали в карман его уже бывшей Виталины. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.